Любимчик Путина Кадыров снова нашел повод для возмущения. На этот раз мусульманин недоволен тем, что Российскую православную церковь запретили в Украине. Он заявил пропагандистам, что за такое нужно уничтожать. Вообще ценить это вообще, это маразм, это даже шайтан не может придумать такого, не только человек там. Это вот из-за этого их надо уничтожать, да, он нет веры, да, он, у них нет ничего связанного с человеком там. Да. Кадыров, уничтожалка не сломается. Ну, ему лишь бы угрожать. Кадыров со своей армией диванных тикток-воинов уже не знает, на чем хайпить.